Мы на месте. Мы приветствуем Надежду, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Ее как две, одна плачет внутри, а другая улыбается снаружи. Хорошо, сканер. Разрежь эту голограмму, выведи ее вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами из биополя Надежды. И как все выйдет, сила моего намерения отправляется сразу в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Эта голограмма, она как зеркальное зеркало во внутреннюю сторону направлена и забирает у тонкой копии энергии, транслируя вот эту улыбку, радость, покорность, смирение. В клетке она вместе с чипами. Или она нам свое разрешение? Дает. Хорошо. Сканер, просканируй полноту души Надежды на настоящий момент. 92%. Хорошо. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Надежды, под ногами 360 градусов вокруг нее. 7 тонких тел Надежды находит все. Рептилоид, 2 Грея. Это их голограмма. Репт, 2 Грея. Хорошо. Дальше идет Лизард. Бес в ногах. Инсектоид. Все? Да. Хорошо, значит, это голограмма, оболочка рептилоида и Греев. У нас Лизард, бес. Какой бес? 8. И инсектоид. Правильно? Да. Хорошо. Мой вопрос ко всем. Я сейчас читаю слова Ольги. У меня сейчас 3 Ольги. Дня. Прошу прощения, Надежды. У меня сейчас 3 дня. Сильная боль в спине между лопаток. Такое ощущение, как будто всю ночь били. Под утро встаю, еле-еле от боли. Чья это работа? Голограмму пытались разъединить. Рептилоид и Грей? Грей. Грей получает по 100 000 Гц удар каждый. 1, 2, 3. Пошли удары, паразиты. Вы знали, что вы на чистку ко мне попадете. И пытались выжить из человека. Я это точно знаю. За это вы будете наказаны сегодня. Получили они удары, Вера? Получили. Хорошо, рептилоид. Считай цифру репта над головой. 400. Кто ты? Военный или лаборант? Ученый. Лаборант? Ученый. Ученый. Ну и что? Ученый-лаборант. Ученый-лаборант. Ну и какая твоя функция была в этом конгломерате преступников? Моя функция – контроль. А работу исполняли Грей самостоятельно? Или по твоим указаниям? По моим указаниям исполняли физическую работу. Хорошо. Подключение. Ну что ж, в таком случае ты точно такой же ответственный за все эти действия. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Надежды спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, сущности каждый подходит к своему каналу, выстраивая также канал к оболочке голограмме. И даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам. Чужеродная по отношению к Надежде. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Сколько находился инсектоид в этом биополе? 4 года. Сколько инкубаторов у тебя? 1. Из-за тебя она поправилась в весе. Ты ее раздувал. Он не знает. Тебе не место для... Работу. Инсектоид, я спрашиваю еще раз. Ты расширял, раздувал тонкую копию? Для того, чтобы твой инкубатор там поместился или нет? Расширял тонкую копию. Он не знает, поправилась она от этого или нет. Она поправилась от этого. Я спрашиваю, это твоя работа была или нет? И ты об этом знаешь. Хорошо, 4 года. Без. Сколько ты находишься в этом биополе? 1 год и 2 месяца. Год и 2 месяца. Хорошо. Из всех присутствующих, кто присутствует в квартире, в доме, где живет Надежда? Вес на участке есть. Сетки. Хорошо. Еще кто? Все. Хорошо. Ждем окончания реверса. Готово. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Надежда забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что находится на ее чистоте, возвращается к ней по праву. Хорошо. Лизард, сколько ты находился в этом биополе? 4 года. Рептилоид с Грэмми, сколько вы находились в этом биополе?
Подожди, Лизард, почти 4, 3,8 идет. Хорошо. Рептилоид с Грэмми, сколько вы находились? 7 лет. 7 лет. У вас есть контракт на нахождение в этом биополе? Нет. Хорошо, значит, вы преступники. Ждем окончания реверса. Готово. Начинаем с инсектоида. Инсектоид, выходи. Вытаскивай свой инкубатор, все крепления, все, что ты установил в биопуле, надежды, вытаскивай, возвращайся назад, приступай. Готово. Хорошо. Лизард, выходи, вытаскивай все свое гнездо. Где ты сидел, в сердечной чакре? Да. Вытаскивай. Готово. Хорошо. Бес, ты один живешь на земельном участке или там есть демон или черт? Один. Хорошо. Значит, тогда сделаем так. Скажи-ка мне, есть лярвы в биополе надежды? Не живота. А от чего там? Инсектоид? Он не все знает? Ее негативные энергии текут вниз. Там скапливается, да? Есть не живота, немного на руках и ноги. Ты хочешь эти лярвы получить? Хочет. Выходи сначала, вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. Отключайся полностью на месте. Доложи мне, что ты все снял. И я дам тебе отдельную команду на лярвы. Приступай. Она делает одно и то же каждый день. Рутина? И попадает в одни и те же ситуации. Не сходит со своего круга. И что это за ситуации такие? Какие-то грабли, интересно. На что она постоянно наступает? Любые ситуации, они всегда возвращаются в ее жизнь, потому что она реагирует всегда одинаково, не меняя свою реакцию. У него внизу под ногами круг такой, как на стадионе круг, овал, только здесь круг, и она ходит по этому кругу. Так это твоя работа, Бес, да? Интересно. Она брала этот круг. Хорошо, разрешайте забрать все лярвы, вытаскивай, ничего не забывай, возвращайся в клетку. Готово. Хорошо. Грей, что-нибудь осталось на вашей чистоте? Осталось. Выходите, Грей, вытаскивайте, отключайтесь полностью. Возвращайтесь назад, докладывайте о готовности к проверке. Сканер пока не вытаскивает, просканирую полноту души надежды. 100%. Хорошо, 8% сидело в голограмме. Понятно. У них конструкция еще затылок, шея и спина. Вот. Вот за эту боль вы сегодня и получили, Грей. Вы что, пытались убежать или что? Да, они пытались рассинхронизировать. Это не делается за один день. То есть это задняя часть голограммы сняли. Понятно, хорошо. Все-все убрали, даю команду на рассинхронизацию надежды с рептилоидом и двумя греями, их оболочкой и голограммой, лизардом, бесом и инсектоидом. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. Вот эта голограмма, они называют саркофаг. Почему саркофаг? Потому что она впереди полностью повторяла ее формы и сзади, забирая изнутри энергию. Зеркальная внутри она. Понятно. Готово. Хорошо, включаем внутренний белый свет надежды. Этим светом нам выдалит из себя все негативное патогенное низковибрационное, находящееся в ее биополе на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит и формируется перед ней в шар. Пошел процесс. Есть шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяй. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, подхожу к надежде, помогая моей энергии отсигнуть ей все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3. 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, каналы уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо. Бес, хочешь получить эмоциональный фантом? Да, хочет. Ты мне покажешь в доме все порталы. Я тебя после чистки отправлю в дом, соберешь все, что ты сначала там оставил. Потом покажешь мне портал, я тебе еще соберу негативно в этом доме и на земельном участке, если ты там один. Устраивает? Да. Хорошо. Выходит эмоциональный фантом надежды, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию, изложенную ей, сгенерированную, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Много сомнений в этом фантоме. Хорошо. Надежда, эти энергии вы сами сгенерировали. Здесь вам никто уже не мешал, вы готовы с ними расстаться? Готова. Сворачивай энергии в шар. Бес забираешь? Да, забирает. Отправляю бесу. И скажи мне, бес, из этих энергий назови мне пару основных, из чего все вытекает. Он говорит, что эти сомнения – это ее мысли, которые она
продумывает несколько раз и не находит ответа. Понятно, хорошо. У нее как хаотичность, страхи. Никакого эмоционального контроля над своими мыслями, только реакция. Еще что-нибудь есть? Он дает это как почувствовать, то есть страх, хаотичность и сомнения. Вот это все делает ее, как она как трясется изнутри. Хорошо, мы озвучили. Неуверенно ее делает это все. Все понятно, конечно, безусловно, это все очень негативные энергии с очень низкими вибрациями. Бес, открывай тебе сейчас портал в Doom, и ты пойдешь собирать, как мы договорились, дальше по плану. Все понятно? Да. Открывая портал в Doom надежды 1, 2, 3, и бес забирает все, что принес, уходит в этот портал, дожидается нас, собирает все, что он оставил. Хорошо, инсектоид, готов уходить? Готов. Хорошо, больше в это биополе ты не придешь, тебе понятно? Понятно. Лизар, ты тоже готов уходить? Да. И тебя касается, ты тоже в это биополе больше не придешь. Открывается два портала. Сейчас наверху один на чистоте инсектоида, один на чистоте Лизарда. Лизард уходит в свой портал, забирает все, что принес. Инсектоид уходит в свой портал, забирает все, что принес. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Готово. Хорошо. Ли, я прошу выйти со мной на связь. На связи. Рептилоид 2 Грея, 7 лет, оболочка голограмма, 8% души. Рептилоид 400, пытались убежать, но не успели рассинхронизироваться. Забираем. Благодарю. Оболочка тебе не нужна, да? Нет, если все забрали, уничтожить. Все забрали. Открывая под ней воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово, забрали их. Хорошо, поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия и вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Надежда, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно чувствую. Я как будто заново обрела себя. Чувствую себя цельной. Отлично. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору, который вы нам прислали. Сейчас мы будем делать запрос в энергоинформационном поле и приглашать вашего куратора в эту комнату диагностики. Мы делаем запрос в энергоинформационном поле и приглашаем прийти в эту комнату диагностики куратора или учителя Надежды. Женщина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Надежды. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Какая прелесть. Прекрасной энергии. Чудесно находиться здесь. Приветствую всех. Благодарим вас. Мое имя Алис. Алис. Приветствуем вас, уважаемая Алис. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной, Надежды, убрали все, что ей там мешало. И вот 10 вопросов, которые она написала своему куратору. Будете ли вы так любезны, уважаемая Алис, ответить на эти вопросы? Да, я с удовольствием и благодарностью отвечу на вопросы. Души. Благодарю вас. Благодарю вас. Начинаем с первого вопроса. Откуда моя душа? Арктур. Арктурианка. И мы приветствуем представителя Арктура в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам. Благодарю. Второй вопрос. С какого уровня мое высшее я? 10 уровень высшего я. Благодарю вас. Третий вопрос. Сколько негативной энергии я собрала? Набрала. 24%. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Сколько я прошла кармических узлов и сколько еще осталось? Ты проходишь. Третий кармический узел. Впереди еще 2. Благодарю вас. Следующий вопрос. 5. Как научиться слышать, видеть подсказки и выходить на связь со своим куратором-учителем? Для начала тебе нужно научиться слышать свою интуицию, то есть твое внутреннее «я» или же твою душу. А для этого нужно спокойствие. Твоя хаотичность и хождение по кругу отвлекает тебя от сосредоточенности и глубины внутренней. Как только ты успокоишься внутри себя и поймешь, что ты цельная,
научишься слушать себя, а не других, соглашаясь со всеми, ты увидишь разные знаки, которые открываются в мелочах. Твоя интуиция, она всегда четко ведет тебя и подсказывает. Энергии Арктура всегда связаны между собой, а также с Арктуром. Все, что тебе нужно, это понять их внутри себя и прочувствовать эти энергии. Отсюда пойдет твое развитие как души, и многое откроется, чего ты раньше не видела. Занимайся собой, своей внутренней составляющей. Обрати на себя внимание. Ты много занимаешься другими. Считай, что все, что тебе нужно, у тебя есть. Именно этим воспользовались многие интерференты. Голограммы нет, иллюзии нет. Загляни внутрь. Твоя душа спокойна. Твоя душа настроена на чистые энергии и саморазвитие. Отсюда, из развития, интуиция будет усиливаться. Соответственно, знаки вокруг тебя будут замечены. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Алис. Шестой вопрос. В чем мои таланты? У тебя много талантов, как личных, так и талантов Арктура. Но ты задаешь этот вопрос земным, делаешь его приземленным. Пока ты не научишься представлять свои энергетические центры, свои тонкие тела, обрамляющие твой биоробот, и не поймешь, что вокруг тебя много энергий, твоих и чужих, не научишься работать с ними, ты не сможешь использовать таланты. Что бы я сейчас ни сказала, ты будешь переводить это на земной, приземленный уровень. Поэтому я посоветую тебе начать с визуализации, изучить свои энергетические центры или чакры, понять, какого они цвета и за что они отвечают. Отсюда ты поймешь свои физические слабости. Работая с энергиями, ты можешь полностью восстанавливать свои энергетические тела, а соответственно излечить биоробот. Благодарю. Я благодарю вас, уважаемая Алис. Седьмой вопрос. Мое самое яркое воплощение в прошлых жизнях. Я полагаю, речь идет о Земле. Можете на выбор одну жизнь выбрать и рассказать нам о ней. Мне сейчас трудно отвечать на вопрос о яркости жизни. Яркость жизни – это когда ты работаешь с душой и с ее энергиями. Каждая жизнь дана для определенного опыта. Поэтому любая жизнь значима, ярка. И важна. И важна. Может, тогда остановимся на последнем ее воплощении на Земле? 1502 год. Танцовщица. Где? Турция. Сколько прожила, как жизнь была у нее? Чему научилась? Какой опыт взяла? Научилась пользоваться своей красотой и изяществом. Замечательный опыт. Благодарю вас, уважаемая Яркая Алис. Яркая жизнь, как вы и просили. С этой точки зрения я не могу с вами не согласиться. Благодарю вас за этот замечательный ответ, уважаемая Алис. Хорошо, сколько она прожила еще в той жизни, если можно уточнить? Я немного расскажу об этой жизни. Пожалуйста. Была танцовщицей, обманывала мужчин, пользовалась ими. В дальнейшем познакомилась с парнем, промышляли вместе. Это были богатые лавочники, продавцы, которых вы грабили, завлекая их твоей красотой. Входя в доверие, я увидел этот фильм сейчас, о чем вы рассказываете. Годы шли, и радость от такого заработка прошла. Хотелось семьи и стабильности, но молодому человеку устраивала такая жизнь. Разрыв был, переоценка. Понимание прожигания жизни. Был ребенок, девочка, удочеренный, вернее найденный
на улицах, грязные и оборванные, была выращена прекрасная дочь на своих ошибках, дала ей хорошее образование, умерла в старости, 78 лет. Очень интересно. Я благодарю вас, уважаемая Алис. Все-таки в конце концов она вошла в этот поворот и пошла в правильную сторону. Выбор души. Выбор души. О чем мы и говорим. Можем продолжать дальше? Пожалуйста. Восьмой вопрос. Как мне научиться сбрасывать негатив, повышать вибрации и защищаться от интерферентов? Начинай с обучения визуализации. Пока ты не представляешь, как выглядит твой негатив, как его выдавливать, какими энергиями заполнять свои энергетические тела, ты не сможешь работать с энергиями. Первое – это визуализация. Как я уже сказала выше, познакомься с энергетическими центрами, какими они цветами. Цифры заправки энергиями ты знаешь. И свои чистки. Представляй эти энергии, как они наполняют тебя снизу вверх. Со временем ты начнешь чувствовать жжение и вибрации в энергетических центрах и в других частях тела. Это могут быть руки, ноги, вибрации в горле, в третьем глазе, коронной чакре. Первое. Это визуализация. Конечно, лучше представлять это в тишине, в спокойном месте, стараясь убрать лишние мысли, думая только о своих энергиях. На Земле достаточно информации об этом. Благодарю. Меня немного удивил этот вопрос, потому что она пишет, она несколько месяцев смотрит наши видео. В каждом видео мы рассказываем о том, как сбрасывать негатив, о важности этого, о важности намерения, о визуализации, о том, что все, что нужно делать с намерением, в состоянии войти в состояние легкого безмыслия, то есть легкого транса, безмыслия, и в этом состоянии уже работать со своими энергиями, их визуализируя. Поэтому, в принципе, она это все знала, меня немножко удивило, может быть, у нее не получалось. Благодарю вас, уважаемая Алис. Именно поэтому выше я уже сказала, что лучше ознакомиться, какую энергию несет каждый энергетический центр или чакра, какую эмоцию несет каждый энергетический центр. После этого работать и визуализировать, работать с энергиями и визуализировать тонкие тела будет намного легче, а также намного легче будет объяснять свои физические боли и эмоциональные состояния. Благодарю. Благодарю я вас. Девятый вопрос. С моим мужем Андреем были мы связаны в прошлых воплощениях? У вас было совместное воплощение, оно не на Земле. На другом объекте. На другом объекте было. Благодарю вас. И остался последний, десятый. Для нее очень важный вопрос. Касается ее отца, который пропал. Насчет папы, это моя боль. Мне тяжело жить в догадках, в неизвестности, что с ним, где он. Хотела поговорить с его душой. Пропал в 2022 году, в конце мая. Где он, что с ним, кто виноват? Я не могу отвечать на этот вопрос. Я не куратор твоего папы. Я могу лишь сказать, что это твой кармический узел, который ты должна сама решить. Все ли ты сделала для этого? Я лишь хочу сказать, что ты ходишь по кругу, а тебе нужно выйти за пределы, увидеть другими глазами происходящее и понять, что есть люди в твоем окружении, знающие правду. Это будет мой ответ. Благодарю вас, уважаемый куратор Алис. Вопросов больше не осталось, остались заключительные слова. Я от чистого сердца, от всей души благодарю своего куратора, что вы достучались до меня, я проснулась. Посылаю вам энергию любви и доброты. Благодарю, благодарю, благодарю. Благодарю Влада и Верочку за вашу работу, что с вашей помощью просыпается человечество. Я благодарю
за эту великолепную встречу и желание встретиться со мной. Это только начало ее осознанности, она только встала на этот путь. Вопросов у нас больше не осталось. Чувствуется ваш опыт жизни на Земле, уважаемая Алис? Вы имеете этот опыт, безусловно, да? Имею. Почему я спрашиваю? Потому что в нашей комнате диагностики есть очень добрая традиция, которую уже прекрасно знает на Арктуре. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые только есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Алис, будет ли она так любезна принять этот скромный подарок в знак благодарности за эту встречу, за ее ответы подопечной своей и просто на добрые воспоминания. Благодарю вас за этот великолепный подарок. Это ностальгия по планете Земля. Забудоражила сейчас мои воспоминания. Надеюсь, приятными чувства. Вибрациями. Надеюсь, приятными. Благодарю вас за это. На этом месте передавайте, пожалуйста, привет Арктуру. Мы очень рады будем всем кураторам с Арктура, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать преграды на их пути, открыть эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Непременно я передам это предложение. Благодарю вас. Моим знакомым кураторам. Замечательно. На этом месте у нас мы никогда не прощаемся. Мы говорим до скорых встреч. Возможно, когда-нибудь мы еще увидимся. Ростом осознанности, надежды. Ей нужно сейчас сильно поработать над собой. И до этого момента я говорю, уважаемая Алис, до скорых встреч. Всего вам наилучшего. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо. Надежда, мы закончили встречу с вашим куратором Алис. Алис, вы получили все ответы на свои вопросы. Много интересной информации, вроде простые ответы, но много, что нужно сделать для проработки внутренней. Познакомьтесь со своей душой в первую очередь, прочувствуйте эти энергии, не ждите снаружи ничего, все у вас находится уже внутри. То есть эти энергии уже находятся внутри, вы изнутри расширяете. Это то, о чем говорил ваш куратор. Вашими энергиями вы можете защищаться, лечить себя. Вы можете делать, что вы только захотите. В положительном смысле все лежит в ваших руках. Благодарю. Сбрасывайте обязательно негатив каждый день. Визуализируйте этот шар. Мы в вашем сеансе показали, как он выходит. Кроме того, мы показали, как заправляться энергиями, назвали ваши цифры и поднимать вибрации. Этот весь процесс нужно визуализировать, чувствовать, как эти энергии поступают, как они заполняют эти чакры. Чакры вы должны знать по цветам. Энергия идет тоже по цветам. И когда вы наполнитесь, давайте команду, поднимаются вибрации до такого-то уровня. Ощутите эти вибрации. И только после этого вы можете считать, что вы заправились энергией. Это действительно не очень тяжело. Надо этого хотеть и сделать, безусловно, определенную работу, освободив голову перед тем, как вы занимаетесь сбросом негатива и заправкой энергии. На этом мы закончили. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию надежды в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.